На осенней выставке BW Expo группа ГАЗ показала серию городских автобусов под общим названием CityMax. Это совершенно новые заднемоторные машины, что отличаются весьма необычной компоновкой. В перспективе будет создано целое семейство CityMax'ов длиной от 10 до 19 метров. Выпуском старших версий займется ЛиАЗ, а вот сборку младшей 10-метровой версии перед Новым годом освоил ПАС. Более того, первый серийный CityMax 9 начал работу на одном из маршрутов города Павлово, это, напомним, Нижегородская область. Автобус отличается уникальной для своего класса площадью низкого пола, это сразу 10 квадратных метров. Впрочем, в задней части 77-местного салона сделаны ступеньки, чтобы вместо дорогого портального моста использовать обычный. Еще одна компоновочная особенность новинки – двухстворчатые двери одинаковой ширины, расположенные внутри колесной базы. Когда мы проектировали салон, нами был построен полноценный макет транспортного средства, и мы с коллегами имитировали посадку и высадку. Были несколько вариантов, засекали время входа и выхода пассажиров. И интуитивно большая дверь и маленькая дверь. Ну, куда вы пойдете? Где вам удобно? Куда вам удобно идти? Все, конечно, шли в широкую дверь. И она неизменно становилась как бы узким горлышком, несмотря на то, что она широкая, там происходила сдавка. И чтобы отсечь вот этот момент проблемы выбора, да, две двери одинаковые. При почти 10-метровой длине кузова радиус разворота составляет менее 9 метров, благодаря рекордно большому углу поворота управляемых колес. Для сравнения, у классического 7-метрового ПАЗа 3205 радиус разворота почти такой же. Был построен полноценный макет рабочего места водителя, куда были приглашены по сложившейся практике настоящие боевые водители с маршрутов, причем в разной комплектации, начиная от мужчины 2-метрового роста и солидных килограмм, да, и заканчивая хрупкой девушкой, да, там 150 сантиметров и 55 килограмм. Кроме того, водители высказали несколько пожеланий по поводу технического оснащения. В частности, ведущий мост оборудовали электромагнитным ретардером, который позволяет замедлять машину, не пользуясь рабочей тормозной системой. В ближайшее время такие автобусы начнут поступать и к другим перевозчикам.